Ходи. По бафам я распределил сейчас, пацан. Идем в армию. Пацан. А, мещение не сделал. Все, Ашки, все понял. Значит, зеленый бабл. С тебя этот. Нам нужен сейчас лихил, но если будет, то доберем. Если не будет, соответственно, пойдем. Он не сделал? Нет. Соответственно, надо как-то закрывать яшки. Я говорю, что он не сделал. Тём, ну закрываем по максимуму. Не-не-не, в следующий раз постарайтесь закрыть, соответственно, плюс... Танку дру надо и ашки, это вот, я считаю, да. Соответственно, ребят, ашки и всем остальным, собирайте, пожалуйста, хотя бы какой-то офспек, потому что здесь два холи паладина, два холи паладина не профит. Основное у нас сейчас по холи паладинам это зеленый бабл. Так, короче, пойдем сейчас так. Возможно, так, у нас появится холик, потому что он сейчас в магике. Бафаемся пока что. Так, Мосса сумоним. Да, сумоним. Что-то никто не кликает. Да, 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 можешь идти. Закрывай. Конечно. Кулачки я бафну. Так, фласки раздадим перед боссом. С этими зельями. Здорово. Так, у нас будет холи прист, соответственно, чуть позже магика убьет и зайдет. Так. Ну чё, стаминку кидайте, пошлите. Фулл баф дали? Оперативней. Алиса, погнали, давай. Банзай, ну банзай, чё, в чём проблема? Сумоним. Ещё кого-нибудь досумоним, блядь. Да, да, такие же, только, ну, чуть-чуть с улучшением. А ты кого создал? Давай, винарка, поехали. Так, смотри, там от лоялки, когда у тебя винка будет первая, быстро будет 4 профы. Пока что это 3 профы. Ну, не думай, кого ты будешь, ну, брать. Можешь взять Юву, можешь взять это. Вот это. Можешь взять Юву, можешь взять Кузнечку. Выбираешь, как до полутоки-то делаешь, ну и до половины. Ну да, Юву убери, а пока, ну, тебе чтобы для бонус этих. По камням я еще все разницу понимаю. Ну. Ну, давай. Так. Соответственно, сделаю сразу на этот. А, блять, у нас пугов нету, да? Соответственно, нахуй групповая. Как обычно, не забываем эти боешки ГБ. По хилам это пока что пятая патч. Надеюсь, часового вайпа не будет на этом втором. Не будет вайпа. Будет, 5-часовой. Пришли, увидели, победили, епт. Оперативнее все делаем, время у нас ограничено. Долго я сидеть не смогу. Хотите пройти? Хотите побольше пройти, соответственно, оперативнее все делайте. Приоритеты вы знаете, по кому, по чё, по трэшу играть.
по тактикам на босса, соответственно, тоже должны вернуться. Не первый раз сюда ходите. Предупрежу наперед, предупреждаю, бля, точнее. Если кто-то начнет споры за то, что его не получил нечестно ГП, либо что-то еще во время РТ, получите больше ГП в два раза. Если вы скажете, что вы несправедливо получили ГП, и потом ищете у Вайда на канале видео, момент показываете, тогда вам снимают. Без доказательств вам никто ничего не снимет. ГП я не числю, сам, если что. Не беспокойся. Давайте по пауку быстрее играем. Рей на пул или на Эвинар пока что, или на Микстурку. Есть, правда, большая вероятность, что у меня интернет будет. Либо это светло. У меня сейчас гроза должна быть, по идее. Надеюсь, что не будет. Танки, пожалуйста, вперед не бритесь. Давай. Дайте ловушки. Ловушки обезвреживай. Угу. Готово. Отлично. Вперед. По паукам приоритет. Чопс, я тебе там кольцо Навара отправлял, потому что ты туда на БГ был, если что. Чистим. Так, черепу за фласками. К звезде за припотами. Оперативный обмен даем. Сейчас, секунду. Рыбу забыл. А, так, ладно. Угу. В этот, как он, на броню сам возьмешь. ГБ положил. Тебе чё, хоста? Ну да. Угу. Тоже хоста или дикой магия? А, у тебя нету этого, получается, на ману приплет? А, ну у меня вот только один. О, во-во-во. Я свей. Если надо, буду покупать, соответственно. Давайте быстрее раздаем обмены. Если кому-то нужна или хоста, или дикой магии, говорите. Там вон рыба стоит, ешь. Тебе дикой турбо и этот. Бастортом.
Угу. Рыба стоит задумчиво. Дикой? Да, наверное, дико давай. Чё кому чё надо, быстрее только. Ребят, время ограничено. Акши? У него не открыт доступ. Всё получили, я так понимаю. Да, ёпта. Привет. Я где-то к часам к 10 подойду. Угу. Все, давай. Так, хожу налево, давай. Так, все фласки получили. Здесь понятно. Бафы раздаем. Соответственно, по тактике все то же самое, как и в обычке, только шипы на вихре херачат. И дамажит лужа побольше. Чек на готовность. Ну, типа, не страшно, чего? Да в 4 не страшно, но у нас 24. Пока что 4 хила, 5 будет где-то на леди. Нет, давайте, давайте, пожалуйста, доберем 25-е тело. Ну, его надо ждать. Он сейчас на магике, да, этот, как его, добивает в обычке. А, это гильдейский, а, получается, да? Да, ну, гильдейский, конечно. Думал, ты там убьем. Окей, окей. Думал, пуги не согласятся пойти с нами по КД, типа, и так далее. Так, а у него закрытый про... Ой, да. Изул и эту? Да, я спросил доступ, у него открыт. Чек, я его добирал, что-то не спрашивал, блядь. МТ и Винар, соответственно, полный МТ и Винар. Так. Пан, Ванзай, Шредер. Кого? А, 265-е дерево. Это кто? Да ну, у нас холи-приз будет, так что нормально. Если не будет, соответственно, доберешь потом этого. Так, все готовы? Отчет на пол. Геру. По шопам играем, не забываем. Не забываем в гере приоритет шипы. Вихрь. Алиса, прожимку. По шипам играем. Оперативнее, все в шипы. В лужах не стоим. Шипы готовимся. По шипам. Блять. Чулан, Мосу. Да, это Вайкл. Мос зеленого бабла. По шипам играем. Это Вайкл. Там все 4 да. Упали. Ложимся. Очень плохо. Ложимся, ложимся. Сука, Алики съели. Райан, давай пока что хила. Пока пятого не будет. В
Встали, зашли, побежали, оперативней. Микстуру по телу ресните. Если тебя убили, где? Да возле входа. Ну, лети. Блять, мне кажется, опять слил. Да, лопасос, пока что в хилах. Ясно. У него спектр. Давай, посмотрим. У него там код переделывать надо, сука. Я ж делаю, когда вы говорите именно, что я в рейд пойду, Эрдру. Я ж просто так не переспекиваю туда-сюда. Ну погоди, не надо, не спекайся. Шредер. Помощника дал, бери Эрдру. Твой знакомый или чё? Сука, блядь, опять убивает. Кто тебя там постоянно убивает? Аленький, блядь, меня тоже убили. Как они вас убивают? Живым сразу. Молча ногами проебало, блядь. Шредер, чего у тебя с этим, с участником, блядь, я не пойму? Ты каждый раз заходишь в нового диса? Бери, блядь. Нет, я ему снял участника. Хуйня, не занимайся, мастер. Я хуйня не занимаюсь, пускай это уебище за спиной не пиздит. Тогда не буду заниматься. Я сказал, кто-то дадите ему участника, мне похуй. Своими разборками давайте в личку. Бери бревна. Сейчас я 2 минуты релогнусь. Давай. Ну, точнее, минута. Еще, ребят, давайте не будем вот это Шредер, мастер. У нас уже было такое, что Славон, он с Игоряном поругались. Камон. Как помнишь, я был прекратил с него рофл. На это уёбище умеет писать в ПМ кому-то, нахуй, пускай пишет, да? Да. Так. У всех помехи от медва идут? Да, помехи. Тём, сделай что-то с мейка. Могу еще помеху добавить. Не, спасибо. Это магнитные бури, ребят. Хватит. Но не должно быть помеху. Ну, они есть. У тебя, может, телефон рядом или что-то такое? Так, нету. Есть. Ну я хуй. Не было помех, появились. И чё помехи послушать? Манули, да, того друида? Дайте, пожалуйста, стамину по всем. Маги тоже, это... дайте, пожалуйста, баф. Это ты, Эрдру, да, правильно? Медвей, у тебя микрофон пиздос. Чё? Пиздой накрыл. Шум, белый шум. Всем привет, это Кейп Кир. Я в хиле? Привет. Да. Только этот, носовую ролью хорошо? Да, без проблем. Всё, спасибо. Сейчас, секунду, у нас анролом идет только боешки и СО. Так, где там? Так лучше?
Нет. Нет. Да вроде получше все равно. Так. Нет. Так. А, извиняюсь. Вот так нормально. А, все, все, дерево есть еще одно. А если есть джив, поставьте, я стрегу куплю, буду бафать хотя бы. А есть еще два друида, кроме тебя. Все, все, все. Хорошо. Джив там стоял. Так. Тём, тебя опять, наверное, не слышно. Так, слышно? Ага. Да, слышно нормально. Фона нет? Вроде нет. Есть, но маленький. Поставлю на 50, а то, то блядь, меня слышно, то не слышно. Слышно меня? Все нормально? Да, да. Вот потом. Разобраться, чек на готовность. Мастер, чего не хватает? Что есть, не понажал. Отчет на пол. Леру. Станьте во фрейм. Панк. Угу. Отлично. Так, у кого там аура тьмы поставили от огня? Шупан. Вот. Что, ретрика фапнулина? Алиса, прожимку. В ложах не стоим, готовимся по шупам играть. Приоритет шипы. По шипам сыграли, в ложах не стоим. Лучше оперативнее выходим. Отдал мастер. Вот. Готовимся по шипам. По шипам лились. Оперативнее. За спину босса. Быстро. По шипам. Но... По шипам. Еще нормально по шипам держало. Дима, прожимку. По шипам играем оперативнее. Пуш, выходим. Готовимся по шипам. По шипам сыграли. Отлично, за спину босса. Дру, тебе если что-то надо с босса, посмотри и этот, как вот скажешь, я то разрулю. Потом мы идем мастер лут. Ну, имею в виду, ГП лут мастер. Все, все, без проблем.
Ебать топ лут. Дима, тебе нужно она? Да, по танку. Да я не знаю еще. Если никому не надо, ну, то... Ну, что они писали? Да, у меня нет. Что мне они не нужны? Давай оперативник, Дим. Давай, ладно. Бери. У тебя собычки есть у них? Нету. Я их собычки распылил, по-моему. Так. За минору проезжу. Так. Эль-Рей, есть собычки? Да, я смотрел, у него есть. Точно такие же. Линкани, пожалуйста. Это ты каждый день должен делать. Угу. Сейчас сделаю, погодите. Кольцо есть, шейпса с обычки нет? Нет. Что, осколок есть? Нет? Нет, нет. Так. Так, групповая стоит. Да, или стене у этого помощника. Вы здесь потому, что этот помощнику только под станами. Вы понимаете, что на мир пало проклятие слепоты. Даю стан, играем. Так, ничего не поменял. Пуганный всегда в конце разрул. Да, как шея, сука, решает-то, блин. Алиса, помощник, оттяни. По помощнику, Шреддер или хожу налево, стан. Справа, поехали. Фрейм у мобов большой, так что не надо слишком далеко идти. Вонючка, обороняй. Да. Животные. Другое? Ладно, играем. Дима, идите, или Алиса, череп тяни. Все по черепу, стан дал. Три раздамажили станами. Не успели. Тянуть? Да, тяни. По помощнику не забываем, только под станами играете.
Либо под салом. Ну да. Я сало всегда две кодстана не вижу. Просто помню, когда было. Во сколько боссов примерно найдем? 9. Ну, отлично. Вступай в гильдию. Может, нет, начнется 10-1. А Сириусы еще не распались? Ну, собираться вроде. На Джайна убили? А, не, ну так же на 9 боссов. Ну, без профа синдры, да? Не, профа убивали, но сейчас травить не ходим просто. Угу, понял. Так, рыбу поставил, кушайте, баф дали. Сейчас, секунду. Чё, блядь, мне в танка, да, спекнуть? Так. Соответственно, будем идти в три танка. Бокрус. А, не, Димка. Задачу свою знаешь? Я тянуть буду, да, да. Да, да, да. Здесь так. Оп, их. Пан. Так, да. А здесь вы шаду снимаете? Да, да, mm-hmm. Шадов в связи с, даже здесь не бафайте, ребят. Кто-то, если на ком-то есть престовский, Шадов резист снимаем. Ауру-то от него можно поставить. Ауру от него тоже можете убирать. Нет, а знаешь почему? Пусть убирает мастер. Пусть лучше. Потому что на законтроленных аура не пашет. Если только не в контроле тот человек, который с аурой. Я, соответственно, ну хотя да, поставь, кто там тьму держал, ставь тьму. Этот, как его, далее, по пати, соответственно, все играют по мобам, играют те. По хилам, ну, хилы знаете, что делать. Если у эрдру получится, старайтесь вихрянуть. Если не получается, значит не вихрюете. Остальное по контролям. РДД теряем, овцуем, соответственно, понятно. Лопосос, твоя цель, по-любому какая-то одна цель, ты должен держать ее в контроле. Смотри по приоритету, кто будет законтролен, ну и из мощных. Соответственно, ДКшники, роги, зеленочки прожимаем, потому что вас возьмет контроль и вас не смогут законтролить. Надеюсь, понятно. Далее, по пати. Первая, третья играет слева, вторая, четвертая играет справа. Надеюсь, понятно. Дальше. Секунду, да, я разберусь. ДК, по кому вы кидаете из серии? С этим-то разберешься чуть позже. Договорись, пожалуйста, в личку. Дальше. Как его? По мобам. Соответственно, ребят, есть каз, когда они будут взрываться, блядь. Его надо заткнуть. То есть сбить таном вообще без разницы чем. Если он взорвется, соответственно, он отхилится до фула. Это нам не надо. Соответственно, далее. По мобам без маны играют РДД. Те, кто вносят магический урон. По мобам с маной играют те, кто вносит физический урон. Соответственно, милишники играют по мобам, которые с маной. РДД играют по мобам, которые без маны. На второй фазе, соответственно, не забываем про контроль. Но что будет в контроле 3 человека. Пуш, выходим. Проклятие, диспелить также не забываем. Далее, на второй фазе. Мобов буду держать я сейчас. Хожу налево, давай кулачки разбафуй. Ну, будешь раз... Я думаю, да, разбафуй кулачки. Если кто-то будет что-то там, то да, этот, кулачки разбафуй. Дальше, на второй фазе. Следим за духами. То есть убили мобов. Следим за духами. Если этот, вы взорвете духа, вы можете шотнуть просто половину рейда. Главное вам уклониться от духов. Здесь понятно.
Так. У кого прото? Аура. Дайте мне, пожалуйста, ее. Тест танк. Угу. Фростовый возьми. И чек на готовность по тактике вы все должны знать. Пан, чего не хватает? СС, Мосса, Виби, Кейпкер. Правильно? Или как тебе правильно назвать? Да, Кейпкер. Да, Руслан, можешь. Кейпкер. Кипкер, Виби, Кипкер, СС, задум на Мосу. Пан, чего не хватает? А, ну тогда наоборот. Ну похуй. Чек на готовность. Не должны сдохнуть. Угу. Главное, лопосос. Если будет, блять, контролен шаман, сразу же его в контроль. Потому что Гера нужна на второй фазе. Все готовы? Отчет на пол. Мобы, 2 секунды. Бомбам играем, оперативней. Феникс только не давай. Контроль 5 секунд. Контролем. Контролем, контролем. Тойлера я убил. Контроль был? Нет. Был просто снайпер. Шреддер. Плохо. Так, Бокуса. Диспелем. Лопасос. По Эльрею, Мосо, по Ланзаю. Сразу же пробав, мобы. Блять. Не то. Послаком. Контроль 5 секунд. Законтролили. Шреддера приоритетом контролем. Кидайте. Мобо удалили. Что кидать? Стивить. Только на то, чтобы... Секунда мобов. По мобам играем. Контроль 5 секунд. Контроль. Бокруса законтрольте. Змей каст. Угу, отлично. Все, у меня станок нету, так сбивать. Я даже эфир поймал. Первым попробуйте сбить. Трэш. Трэш. По трэшу играем. И покажи чужакам мощь нашего господина. Контроль 4 секунды. Контролем. Пана законтрольте. Пана Болкуса. Контрольте как хотите. Че, босса переводите? Давай, давай, давай. Давайте, быстро в босса. Быстрей, 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 быстрей. Отлично, перевели. Геру дай. Собирай. На полный винар. По трэшу. По трэшу сыграли, контроль 5 секунд. За духами следим. В миле зоне отходим. Духи мили. Ты не в силах. Контроль. Я в контроль. В центре духи. Духи. Следим за духами. Духи. Мобы, секунда. По мобам играем. Мобы также приоритет. Убили своих мобов, играем по боссу. Двух мили зону сбежите.
Алиса, пробуй забирать как-то. Ты не в силах противиться моей... Я в контроле убью сейчас мага. Где ты там, бля? Я в эфире. Отлично. И встань. Я в цене. Дух ми... Сейчас она заберет уже. Акцию снимите. Про хил рейда. Мобы. Духи в миле. Духи. По мобам играем оперативней. Духи. Дал прожимку. Ты не в силах. Я в контроле разум, сразу под боссом. Контрольте, ребят, контрольте. Два духа. Духи, да. Блять! Духи или зона? На танке, на танке, на танке. Мобы, 2 секунды. Как духи появились, цепуха, но стоп. Духи. Дима, дай прожимку. Ты не в силах. Дал. Возле мобов духи. Аккуратно. Контроль дали. Хилов этот, контроль. Блять, я взорвал. Алиса, прожимку. Духи. Духи или зона? Духи, 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 духи. Пошел, аккуратно. Да, да. Мобы. Духи. По мобам играем. Ты не в силах. Контроль. Дал фир. Духи. Блядь, где вы стоите, не пойму. Духи моба ми... добейте, РДД, моба духи, добили. Духи. Духи. Духи мили. Мили, отходим, отходим. Мурбеттер на ману дай. Дал прожимку на всякий случай. Мобы. Кому именно им говорить, а то этот, я не... Амабам. Что ты не знаешь, когда все одновременно говорят? Духи. Нет, инер кому? Контроль. Вставалку шейпер. Кому инер, спрашиваю? По шейперу, да, инер? Never sleep. Never sleep. Моба залили? Быстрее. Это пуху, не знаю, тут шейпер. Духи, опять духи. Играем чисто в босса. Духи, следим за духами. Бэр можно один на кого-то слить. Духи в миле отвожу. Нет, сыграли еще по мобам. По мобам сыграли. У меня БР не потрачен. Контроль. Что-то. Контролем. Мардро есть БР. Вижу. Не убейте шансона, мать вашу. За мной бегаешь, нахуй. Шансун, ГБР. Мастер. Духи. Бам-бам, сыграли. Быстрей. Окей, если есть БР по шансону, присту, давай. Блять, по хилу, по ДЦшнику, в твоей пати. А тут на этих бегают, просто чтобы не взорвать, атаха. Ну я понял. Сразу дали ему пробав. Сколько там хп у босса? 3-4 лема. Играем чисто в босса. Контроль, духи. Отводи от меня. Контролем. ДК прожимки. Дал. Духи. Если есть какого-то друида, инер по шансону. Зеленый. Все в босса играют. Чисто в босса. Берса через минуту. Духи, осторожно. Да успеете. Доливайте босса. Босса долейте.
Духи, духи, смотри. Ты не в силах противиться моей воле! Тут на ребре вайп нахуй эту хуйню с первого. Блять, оказались. А, от осколка. Так, осколок трубой столько ролит. Только не пылите. Осколок уходит турбойсу. Нет, никто пылить не будет. Я заберу, сейчас разролим. Я тоже на всякий случай нажал. Отказываемся. Сейчас все разролим. Давай, да, я все отказываюсь, потом, да? Да, да, да. Да. Отказывайтесь, трецайте людей. Я сейчас выиграю, все. Войда, ты где? Рейсники будут, да, Ванзая рейсники. Так, лук у меня, осколок у меня, еще смотки у кого что? Войд, у меня ботинки. В этот. Еще у кого-то что-то должно у быть. У меня ботинки. Ботинки вижу. Ботинки не я... Кажется. Да, там квеститы на посох, кстати, Мит. Я вижу, он у меня. Так, ботинки, и что там еще там было? Ну, я только ботинки. Перчатки еще, помню, были. Перчатки на хуле пало. Перчатки где? А, у тебя, Мася, да? Отлично. Нет. Да, у тебя тоже. А, да, да. Ты зря ролил, был Итан. Мне просто написало, нет места нахуй. Нет, его можно передать, если что. Персонально же пишет. Нет. Так, разролил на корабле. Давайте портуемся, чистим трэш. Забыл, блядь. Да давай я сейчас таким на район. Контов у нас нету, так что не знаю кому. Нахуй сразу на дизенчанта там. Да лук-то у меня. Ну а дальше тогда. Холли пол у нас один, а ботинки не знаю, кто будет забирать. Давай, на час к кораблю пойдем, разролимся. Да сейчас, думаю, разролим. Да, стоит. Ну, у меня просто понял, все заточено. На инспект ролим ботинки, кому надо за ГП. Если есть собачки, тогда минору прейдж. Скажете, линканете, у вас делается нормально. Так, по флайеру. Бокус выигрывает. Бокрус обмен. Есть собычки боты? Бокрус, если есть собычки боты, линкуй. У него спрос, я вижу только. Ну а если нету, соответственно, за флодер. За флодером. А что такое у вас заяц? А, не, есть. Прям. Есть? Это они? Костолом Ледян Шрада, да. Они хуя. Нет, вот. Не они. Это не за профу. Нет, это не они. Это за профу. Они так. Это крафтовые, если чё. Да, я ханы продаем. ГП, что ли? Пул. Так, крафтовая такая хуйня не пройдет. Так, сколько они там? 583. Время, деньги, друг. Давай, выкидывай. Полипаловский. Надо тебе? Бабу. А надо им? Сколько знаю, у него собычки, либо вообще... У тебя собычки есть? Кинь на ролл просто. Бабл, кинь просто на ролл. Хорош, давай обмен. Да, есть собычки, вижу. Так, лук. Надо кому-то? Да не, он обоссан. Угу. Выкидывай нахуй. Так, дальше. Там нужно... Осколок там был, да, Турбо? Ты забрал его? Да, все было? На базе. Все на базе, да. Подожди, я забрал. Сколько ГП они начали. Так, дальше. Основа посоха. Ролим. Мне можно? Да, да, конечно. Ты ж ролишь на сову, правильно? Он тебе нужен. Андролов не было. Так, дикость обмен. Дикость ранил.
Он пишет, что ему не нужно. Да и бетер обмен. Дорогой квест. Как дорогой? Мы же почти у всех каждого в нашей гильдии есть, блин. Ну, ты сам. Да, да, есть. Собирать. Да и бетер обмен медвею, кинь. Звезду на себя повесил. 4 плюса в пушке. Я занят. ГЦ дает. Так. Шейп, давай похилишь. Шансунг, Шреддер, Бокрус или Рей. Блядь. На. Шансунг, мастер, так, Шансунг, мастер. Бокрус, Рей. Шреддер, Бокрус. Рей. Где там Шреддер? Я не видел плюс. Ты у тебя в честь. Так. Нет, все то же самое. Эти взяли какого джетпаки. Ну чё, блять. Соответственно, по тактике пушки херачим дальних оружейников, милишники. Вы на дальних оружейников вообще не отвлекаетесь. Рыбу поставил, фулбаф даем, ну что, ложилось много людей. Тебе, да, по-обычному, товар. Бьешь этих ближних оружейников и в трэш, если есть время, свечишься на корабле. Чек на готовность. Прыгает Винар. Зоил, чё... А, Тавр, чё? А, ну хорошо, чопс. Всё, все готовы, отлично. Сегодня биться со смертельным врагом Лактарагар. Коркрон, вставаем. Вы видите, что это там вдалеке? Вода крепкая. Смотри, не, я потом поеду. Ты, я после выходных я тоже возьму. Возьму. Палец. Дай выходных. Микстурка, дай по кому-то истерию. Только не по самой правой. Да, потому что самая правая, и мне ее кто-то забагал. Не можешь стрелять? А, да? Нет, там, да, у меня скиллы свои стоят. Не. Попробуй вылезти. Нет, это кнопки. Сейчас ты выкинешь. А я по этой пушке дала истерию. Это самая дальняя правая. Ну. Блять, забыл этот. Идут покалить. Давайте оперативней. Самый правый пушку, никто не клацает. И она забагалась. Пробуйте. Значит, кто-то еще садился с тобой. Пробуйте, может, кто-то другой сядет. Нет, значит, две три пушки. Убили этот мага, соответственно, на свой корабль, оперативнее все. Готовимся. Прыгнули. Блять, заебался. Я нашел лечение проблемы с зависанием пушки. Релот помогает.
есть, да? Ну, заебись. А, вот, я стреляю, сижу. Вот, чага, прыгнули. Не выкидывай, да, из инста? Не-не-не, подарёк не выкидывай. Белок не выкидывай. Там окно открыть. Там дальние выросли. Но один. Пушки по дальним хуярьте. Прыгнули. Давайте пушки побыстрее. Прыгнули. Прыгнули. Сань, дай звук потих. Давайте заливать. Молодцы. Угу, вижу, да, я вижу. Не могу. Так. Андрей, тебе надо вот эти перчи? Кейп. Нет, не надо. Ну, нахуя не дружить тебе. Найди сразу, давай. У тебя собачка есть? Без ЕП, говорю. Зап, никому кольчужное не надо. Что, турбо на эту или? Монет на удачу.
танков надо кому-то? Для сета, скорее всего, для фаера понадобится. Для замененного светильщика, который будет. Да, это же завязка появляется, ёбаный рот. Смотрите, как лап. Так, никто не падал, соответственно, баф тебе есть. Чек на готовность. Вы здесь в 5 хилов это проходите? Вот этот двух босс. Ну, 277. Да, можно. Так-то без разницы, это ничего. Можно не я совет это побью пока? Да, без проблем, спекайся. Тут даже в 3 можно, я думаю.